Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Хочу показать вам островок незабудки, который получился у меня после осеннего посева. Незабудка – такие цветы, что их можно посеять с осени, а весной неожиданно получить такую полянку красивых синих цветочков. Многолетнее растение незабудка из семейства бурачниковые. Высота ее в среднем где-то 25 сантиметров. Незабудка предпочитает участки влажные, с влажной почвой, полутенистые. Сильно плодородный грунт ей ни к чему, но осенью при посеве я все равно перекапывала вот местечко, где я посеяла незабудку, вместе с перегноем, перепревшим навозом, который уже был привезен года 3 назад. Семена нужно высевать поверхностно, не заделывая, но я чуть-чуть присыпала, так как высевала осенью в зиму. Незабудка, цветок, очень неприхотливый. Там, где она начинает расти, нет и сорняков, образует сплошной ковер. Поливать незабудку слишком часто, если она посажена в полутени, не нужно. Растение может расти и на солнечных местах, но цвести будет не так продолжительно. Если посадить ее в комфортные условия, в полутенистое место, то цвести она начнет в мае, и цветение будет продолжаться 2 месяца. Незабудка хорошо переносит пересадку. Не обязательно высевать семенами, а просто взять несколько кустиков и посадить там, где нужно. Очень красиво использовать незабудку для оформления цветников. Можно посадить ее в вазон на балконе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.